Сегодня первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он отметил, необходим мониторинг за реками, особенно в сельской местности. При повышении критических отметок все должно быть готово к эвакуации жителей близлежащих домов. В городе необходимо следить за состоянием ливневок, чтобы дождь не стал причиной заторов на дорогах. Все службы, естественно, знают алгоритм действий. Все главы районов, все главы сельских администрации понимают, что делать в таких случаях. Должна готовиться техника, готовятся инструменты, дежурные бригады, значит, выставляются дежурные по рекам для того, чтобы отслеживали возможный резкий подъем уровня воды. Поэтому мы должны быть во всеоружии для того, чтобы не допустить, не дай бог, каких-то человеческих жертв. Бдительными надо быть и самим жителям. Спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, а также воздержаться от выхода в горы и отдыха у водоемов в этот период. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010.